Всем привет! Всем доброго дня! У нас уже день. У нас уже час дня. Полина сходила с утра в школу. Мы с утра постарались выспаться, но не совсем получилось, потому что сестра меня сегодня разбудила в 9 где-то утра. Вот, Паша уехал, сейчас скоро уже приедет. Он поехал на подработочку. Ну, а мы сейчас с вами приготовим небольшой такой... а-ля завтрак, обед, я уже даже не знаю, что. В общем, мы вчера заказывали шашлык, и он у нас остался. Так как у нас осталось мясо, но к нему нет гарнира, ну и, соответственно, его уже не так много, чтобы без гарнира его всем наесться, я решила просто пожарить картошечки. Специально выбрала картошечку самую мелкую, какая у меня была. Сейчас мы будем с вами просто на сковородочке жарить мелкую картошечку. В принципе, ничего... необычного, но очень вкусно. Так, сковородку ставим на огонь, чтобы она у нас хорошо прогрелась. В это время занимаемся картошкой. Как-то я ее резать особо не буду. Мы ее прямо вот такими. Мелкую прям целиком. Наливаем маслечко, ну, соответственно, вернее, было налито масло, разогрелось с маслом. В разогретую сковородку кладем картофель, и сейчас мы будем его обжаривать. Тут, конечно, не сильно много, но если сильно много, тоже будет плохо. Он тогда не будет зажариваться, он будет томиться. Как всегда, по привычке, ну, не по привычке, а потому что я так люблю картофель, я солю. В начале. Это я вам уже говорила. Пробуем переворачивать картошечку. Она должна поджариться. Ну да, почти поджарилась. То есть как бы сильно рано переворачивать не стоит, иначе она будет невкусная. Надо, чтобы именно вот эта корочка образовалась поджаристая. Иначе она будет как каша. И также я уже подготовила чесночок, я его мелко нарубила ножом. Когда именно в такие блюда, я всегда делаю ножом, не делаю через пресс. Иначе он невкусно, он отдает свою горечь, но не отдает свой аромат. А так, когда он нарезан ножичком, он как раз будет отдавать постепенно свой аромат, свой вкус. И это будет очень вкусно. Ну вот, видите, как она поджаривается хорошо? И не разваливается. То есть обязательно сковорода должна быть, в которой не прилипает. Так как наша картошечка уже приобретает такой цвет, по которому понятно, что она практически готова, мы сейчас сюда будем добавлять чесночок, чтобы он тоже обжарился, отдал свой вкус, аромат. Вот. И будет очень-очень вкусно. Все, вот он наш чесночок. Мы пока не перемешиваем, так как мы... Ой, сразу запахло. Так как мы картошечку только ну, помешали, перевернули и выкладываем чесночок. И он сейчас постепенно под температурами начнет отдавать свой запах. Если мы сейчас сразу перемешаем, он начнет гореть на сковороде и, соответственно,
Ну, он бы быстрее сгорит, чем картофель пожарится. Поэтому сейчас картошечка еще снизу обжарится. Он как раз пока начнет отдавать свои эфирные масла, свои ароматы. Ой, просто невероятно. Вот запах, я прям люблю запах жареного чеснока. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас мы наложим в тарелочку и вам покажем. Вот такой обед у нас сегодня. Мяско, картошка, морсики, вишня, смородина, облепиха. Вот. Всем приятного!